Прошу любить и жаловать, наш новый инвестор, Галина Николаевна. Кондрат Иванович, главный технолог. Дизайнерская игла 1999 и золотое руно 2007. И один привоз за вандализм. Да. Было дело. Ну, это вот как раз после золотого руна. Хорошо, погуляли. Ясно. Оксана Ткач, конструктор. Так Ткач или конструктор? Ткач и конструктор. Ткач – это фамилия. А, понятно, ясно. А вы, Валентина Семеновна, да. У вас очень симпатичные внуки. Спасибо большое. Кажется, нам конец. Что? Я говорю, как же хорошо, что руководитель наводит справки о сотрудниках. А это благодаря Светлане, с которой я на минутку пересеклась на входе. Да, Светочка? Угу. Ну что, Ланское, может быть, вы сами хотите сообщить такую важную новость коллективу? Я? С большим удовольствием, Галина Николаевна. Друзья, хочу сообщить вам, что с сегодняшнего дня Дом моды Ланского будет делать масс-маркет. Да подождите, Кирилл Анатольевич, масс-маркет. Вы же творец, а масс-маркет – это убожество для бездарей. Вы же сами говорили. Чего ты несешь? Чего ты несешь-то? Я ей просто послышалась. Ты наперстки из ушей вынь. Не, я тоже слышал. Только не для бездарей, а для дебилов. А ты вообще рот закрой. А я читала, что если человек перестает менять взгляды, считай, он умер. Как же хорошо, что Ланской еще жив. Ну что, друзья, пойдемте творить. Показывайте мне. Так, я видела это платье на показе. А, вот. Добрый день. Я могу вам чем-нибудь помочь? Привет. Ну да, у меня свиданка скоро. Приодеться надо. Слушай, размер мой есть? А то что-то прям тесновато. Есть. В мужском отделе. Танюх, я не понял, а ты у нас вообще модель или кассирша? Модель. Это временно, пока не появится серьезное предложение. А. Ну, с мужиками у тебя та же история, да? Считай, что тебе фартануло, потому что Миша Сахалина, как флеш-рояль, раз в жизни приходит. Спасибо, но я пас. Малыш, привет. Зарядку забыла. У тебя посетитель, прости. Угу. Вечером мы видимся, ладно? Угу. Буду поздно. Угу. Все, пока. Алло, подруга. Я что-то не понял. У тебя что, парень есть? А мы вчера с тобой тут в шоуруме шоурум-урум. Это ничего не значит? Знаешь что? Не знаю, как у вас в Москве, а у нас на Сахалине это капец что значит. Вот именно. Ты с Сахалина, и до тебя долго доходит. Поэтому медленно. Отвали. Вышибать бандитов бандитами? Гениально. Главное, что потом ваш дом моды им тоже не приглянулся. Слышь, умник, ты лучше давай вспоминай, как звали того бандюгана, которому мы рубаху шили, как у Пабло Эскобара. Ну, он такой еще, помнишь? Ну, с тремя пальцами. Точно, три пальца. Я его как Донателло записал. Так. Алло, здравствуйте, это Ланской вас беспокоит? Ланской, ну, который вам рубаху шил, как у Пабло Эскобара. А, здрасте. Нет, почему не красная? Она была малиновая, с коралловыми нотками. Хотя это сейчас не важно, абсолютно. Какого хрена звоню? Ну, как, вы же сами в тот раз сказали, что если вдруг что-то случится, я всегда могу обратиться к вам.
мне срочно нужна крыша. А, вы не в России сейчас? Да, я понял, записываю. А вас не смущает, что Кирилл Анатольевич только решил заняться этой... фигней? Да, ну типа... Где Ланской и где масс-маркет? Где масс-маркет? Там куча бабок. Кирюша любит красивую жизнь. И красивых женщин. Угу. Вы, кстати, заметили, как он на эту Галину смотрел? Прямо от каждой ее фразы вздрагивал. Конечно, вздрагивал. Боялся, что ее накачанные губы вот-вот лопнут. Да не о ее губах надо думать, а о наших. Буду раскатать их хорошенечко. Ну, раз бабки есть. Вы же понимаете, о чем я? Здрасте. Я по поводу крыши. Есть минутка? Есть 4 года и 22 дня. А скажите, а у вас нет никого, кто... Понял. Записываю. Слушаю. Здрасте. Я от Саши Кера звоню. Это Сиплый? Я перезвоню. Алло, здорово. Это Фартовый? Алло. Короче, мне тут людей прессануть надо. Тут такое дело, меня самого прессанули. Слышь, брат, а кто, не подскажешь? Это вас. Ага, 0-0-0. Алло, здрасте. Я от Сиплова через... Просто крыша нужна. Так, понял, записываю. Я вам звоню по поручению. В общем, бизнес отжали. Сейчас, я перезвоню. Алло, здрасте. Моя фамилия Ланской. Алло. Здрасте. Крыша нужна. Поможете? Я от Вострикова. Так. Никаких имен. В чем проблема? Меня зовут... Короче, у меня бизнес отжали. Прямо средь бела дня в центре Москвы. Кто такие? Много их? Нет, их всего двое, но они отморозки, как Бонни и Клайд. Ничего, обоих накрячем. Особенно Бонни. Так, адрес кидайте. Мой человечек подскочит. Вы же мой ангел-хранитель. Есть. Про ангела-хранителя было лишнее. Да-да. Можно? Значит так. Галина Дмитриевна. Николаевна. А, да, точно. Знаете, мы тут по делу и вокруг да около ходить не будем. Может, помочь чем-нибудь? Держу. Ровнее. Да тихо вы, сейчас шкаф развалится. Спасибо, конечно. Я могла бы и грузчиков вызвать. Ну что вы, нам же не сложно, да? И зато вы деньги сэкономили. А раз уж разговор зашел о деньгах, то, знаете... Вы почем шкаф брали? Нам бы зарплату поднять. Не умеешь ты соломку стелить. Хорошо. И кондей. Кондей новый в цех. Потому что от старого как-то не горячо, не холодно. И микроволновку. И кресло. Лучше массажное. Но вот чтобы туда деньги, не надо было бросать. И, знаете, А давайте вы просто список напишите, и все, хорошо. Иголка в нее нитку. Даже я бы не придумал. Извините, простите. А почему вы решили инвестировать именно в наш дом моды? Оксана. Я преданная фанатка Ланского. Как и мы все, да? И не надо
мешать человеку, потому что нам нужно идти и думать, да? То есть работать. Спасибо. Девушка, меня тут типок ожидает. Столик на утюга. Утюга? А, устюжанин. Так, да, 8-й столик вас ожидает. Пройдемте. Угу. Вот, странно, никого нет. Алло? Ваня, они откуда-то узнали о нашей встрече в кафе. Галин пес был тут, я чуть не спалился. Успокойся, дорогая. Давай все по порядку. Че снесешь, какая тебе дорогая? А, ты говорить не можешь. Короче, Ваня, это страшные люди. Возможно, они сейчас нас даже прослушивают. Это неприятная новость, я согласен, да. Все, конец связи, подробности по СМС. Все, давай, целую. Я тебе тоже. Фу ты. Да. Шеф, ну что там с вашей халтуркой? Нет в этом кафе никого? Ну, значит, слился чепушило. Я по голосу еще понял, что лох какой-то. А вы что, спите? Прикинь. А, тихий час после обеда. Нормал тема. Идиот. Было поздно. Угу. Вот уже. Почти пришли. Если там нет никакой женщины, которая заказала это платье, один удар, и ты сам сможешь его носить. Полегче. Деваха там точно есть. Паша? А ты что тут делаешь? Паш, кто там? О, а вот и деваха. Тоже там шурум-бурумит. Как тебе такие нормальные отношения, а? Паш, прости, пожалуйста. Чего? Это не то, о чем ты подумал. Так, стопэ. Это его фраза. Это он меня сюда привел. Мы уже уходим, можете продолжать. Дома поговорим. Стопэ, Танюх! Танюх, стопэ! Какой дом, о чем поговорим? Что происходит вообще? У нас свободные отношения, он может спать с кем угодно. И я тоже. И нам не надо врать, как другие. Да вы что, гоните? Ну это неправильно. Вам сказки читали в детстве? Что-то я не помню, что Белоснежка со всеми гномами мутила. Слышь, ты гном, вот лезть в чужие отношения, вот это неправильно. Везет же людям. Так, давай уже. Так, ну думаем, думаем, думаем. Что еще? А, этот, чертежный принтер запиши. Так у нас же есть. Ну и что? Ну, скажем, что сломался. И мы его списали. Как и отпариватель, кстати. Отпариватель тоже списали. Записывай. И утюг. Ну, что вы на меня так смотрите? Деньги пополам. О, Ванек, присоединяйся. Мы тут как раз
список желаний для нашей золотой сахалинской рыбки составляем. Тебе надо чего-нибудь? Вы бы лучше работали. Ланской как раз передал правки по платью. А что там? Читайте. Особенно там, где пройма. Лацкан и под борт. Ланской понятно все описал? Делайте, что сказал маэстро. Не косячьте, и все будет хорошо. Если мы уже накосячили. Пусти, придурок! Спокойно. Миша с Сахалина отвечает за свои поступки. Даже если у кого-то кукух поехал. Сорян, братан, был неправ. Танюх тут ни при чем. Миша. Да все, окей, окей. Паш, ну ты че там? Или боишься без трусов остаться? У вас настолько все свободно. Так, слушай, подожди. Там это, подожди, ну кто? Это что такое? Зая, я сейчас все объясню. Ты опять играешь? Ты же обещал. То есть деваха на стороне — это норм? А покер — проблема? Я в Москву вообще прилетел или на другую планету, а? Это же мои часы. Зань, Зань. Так, часики на базу. Я их честно выиграл. Хочешь, отыграй. Давай. Русскую рулетку умеете? Все, все. Алло. Где тебя носят, внимательный? Короче, нужно сгонять в цех. Там у ребят хотелки появились. Кондрат тебя надиктует. Угу, давай. Отличный выбор. Кто здесь? Ткач, это ты? Помню, как мы с Кириллом Анатольевичем над ним работали. Плечо к плечу, а потом появились вы и... Вы же его просто используете, ну признайтесь. Что за игры? Ну просто деловые партнеры и все. Дурела? Я конструктор. И вижу насквозь. Не только платье, но и людей. Так что не надо ля-ля. Вам лучше уйти. А ты что так базаришь, конструктор? Или тебе надо детали разобрать? О, Ланской! Дал сюда. У нас тут проблемка нарисовалась. Какая проблемка? Да вот... Избавиться от меня хотят. Что? Я... Нет. Просто я обедать ходил. Заказал салат. Ты что несешь? Я про это. Чё он на меня лает? М? Либо ты с ней разберешься, либо я. Ткач, ты уволена. Вон из моего дома. Кирилл Анатольевич, вы ж, как же так? Мы же с вами огонь и воду. Мы же плечом... Так, ну что, валим? А. Инструменты свои все собрали? Да. Тогда? Валим. Сейчас. Куда ты? Доставь ты ее! Слушай, мой родной, я свою роднулечку никому не отдам. Все, уходим. Куда намылись? На обед? Да. Поздний обед. Так, Галя сказала, у вас тут какие-то хотелки. Попросила разобраться. Кто Кондрат? Он. Нет. Чё? Так у меня муж пил, я его по-другому из гостей забрать не могла. Толку от них? Ноль. Капец. Тихо. Уволить их всех к чертовой матери.
А я, как и говорил, стоят, ни черта не делают, опять какой-то ерундой занимаются. Так, это что? Кондрат. Ну вот. Кто? В смысле, Кондрат? Ну, вы же сами сказали Мише разобраться с ним. Вот он его и... Ручкой. Ручкой? Галина Николаевна, родненькая, пощадите! Я сделаю для вас все, что вы захотите. Хотите масс-маркет, хотите шаурму, только не убивайте их. Ах, вот, качнулась. Серва! Уже на колени его поставила. Убери свои грязные руки от его губ! Чего стали помогать? Рулонов нам всех хватит! Либо вы разматываете меня, либо я вас. Миша? Не, ну а мы-то что? Нам Ваня сказал, что вы бандосы. А мне Ланской? О, только вот вспомнишь о бандосах, а вот они. С вами сейчас будут говорить серьезные люди. У аппарата. Жду твои аргументы, Чепушила. Не понял. Миш, ты что ли? Ты там что-то попутал? Милый, привет. Я перезвоню. Милый. Зашибись. Меня заказали у собственного мужа. Волосы выдрали. Этого в рулон закатали. Ну? И кто тут из нас бандосы? А? Значит так. Мы сюда приехали бизнес делать и бабки зарабатывать. А если кому-то что-то не нравится, могут быть свободны. Нет, ну, если нам за это ничего не грозит, то я думаю, что я выражу общее мнение. Если скажу, что мы в деле. Да, и мы можем сразу пройтись по списку, потому что у нас... С отпаривателем проблемы, с чертежным принтером. Кирилл Анатольевич, то есть вы хотели нас всех уволить, чтобы спасти? Если ткач еще раз придет бухая, уволю всех, и никто вас не спасет. Какой руки? Пистолет? Танюк, да это для самообороны. В вашей Москве вообще хрен пойми, что ждать. Не застилая горизонт. Спасибо. Твоей луны, которой нет, открыла ночь огромный зон. Слушай, может, по поводу отношений у нас разные понятия? Но расставание у всех одинаково. На сиреневой луне ты так хотела быть одна. Если ты свободна, может, мы это, замутим? Да ладно, ладно, понял. Рано. Завтра зайду. Ты засыпала у окна, когда стал на. Новый день такой же, как... Тебе нужнее. Ты улетела так далеко. Когда пришел этот сон, возникший не обо мне, ты позабыла все так легко.